Так, белая шкура подойдет или нет? Да пусть будет. Ты, ладно, ты сначала нарисуй шкуру, а потом уже спрашивай. Может, нам мулатка нужна? Простите. Это было очень плохо. Хорошо, что я не понял, что было плохо. Это моя бутылочка! Это было ее... Это было ее лекарство? Да. И Эсси бросается в сторону этой бутылочки, и, скорее всего, хватает ее, если получится. Если ее никто не держит. Давай, твоя ловкость против ловкости Пикси. Ловкости Пикси... Ну, тебе надо перекрыть на 21. Сейчас, секунду, так... Подожди, мне перекинуть 21? Да, тебе нужно перекинуть 21. Это нереально. Ну, да ладно! Я стучу каждому дереву, пытаясь найти пустой звук, если я нахожу, начинаю стучать очень настойчиво. Пока... Извините, и пока ходишь, стучишь по деревьям, еще так это из прозрачной стеклянной бутылки так отхлебываешь. Девочку ищет. Что, кто-то за ними по пятам идет? Я оборачиваюсь, я вижу, кто за нами идет. Кидай внимание. А, нет, не кидай, там единицы. Видишь ты, как маленькая Пикси спряталась за камушком, да хихикает. Спас по инте, она меня задолбала уже. Я вот так не должен был пустить вам шепнуть, но хрен с ним, да? Да, я ее просто увеличила до 5 хитов. Так у меня и так 5 урона было же. А, ну и ладно. Ойкнула Пикси и упала, замертво. Я это медленно слетаю, улетаю туда и, короче, 18 плюс каннибализм, ой, каннибализм, простите, поедание волшебных существ другими и так далее. Эсси тоже оборачивается резко. Находится та самая камера в эфире нашего мультика, я оборачиваю на рандомный камыш, чтобы это не было видно. Да. Съел кот маленькую Пикси. Да как в животе у него зурчит, зурчит, словно отдельный маленький кот появился. И кот бросает спас по консте. А по консте это зачем ей этот? Я просто хотел ее подрать вообще-то. А ты хочешь ее просто подрать? Ты не хочешь ее жрать? Нет, конечно. А, хорошо, ты просто берешь. Разодал кот Пикси в мелкие клочья, да кишки вокруг брызгами полетели, лужа крови образовалась, маленькой, зеленой, да с блесточками. И тут такая радуга, тра-ра-ра-ра, и для детей! Засверкал кот блесточками. Я же говорил, что нет. Что? Не, ну мы же это слышали. Вернулся, кот весь покрылся же кровью Пикси, да весь теперь блёсточками покрылся. А? Фокусами тут же счистил. Кидай проверку на ловкость, я не дам тебе просто так это счистить. Всё. Не повезло коту. Если бы ты делал правильно ставки, раздаются у него над духом из невидимости, надо было и меня в долю брать. А теперь иди сам. Говори, тебе пустое место. Я выхожу с кустов. Понял, кот, ты пустое место. Я открыто выхожу. Тебе это сказал голос свыше. Ну, у каждого свой тип шизофрении. У меня он говорит, что я хороший котик. А что твое говорит, это... Уже не мое дело. Вся группа сейчас смотрит на кота, который разговаривает сам с собой. Это Гальдар же говорил. Нет, это не мой персонаж, это второй голос просто был. А. Да! Ну, кинул вопрос, снял. У кого?
каждого своя шизофрения. Материалы. Окаменевший глаз тритона. Пиздец. Ты нафига набрал? Где взять окаменевший глаз тритона? В море идешь. Короче, я должен искать тритона, потому что это единственное заклинание, которое требует компоненты. Я не тритон. А кем тритоны являются? Что такое тритон? Наверное, ящерица. Блядь, я вообще про другое подумал. Про кого? Да забей, забей. Василиска, что ли? Нет, не, я вообще не про ящерицу подумал, иди в жопу. А про кого ты подумал? Про что ты мог подумать? Тоже интересно. Блядь, про царя морей нахуй, вот это вот хуйня, который с вилами, с Посейдоном перепутаем, бывает. Не с Посейдоном, а вот эти вот типы, которые стражи его хранят. Я понял тебя. А как они наименов... Какое у них наименование? Ну, не так знаю, что тритоны, нет. Ну, вот там-то и проблема, блядь. Все, окей. Ящерицу я смогу найти. Я не ящерица. Подожди, а почему тогда ты думаешь, что это ящерица, а не класс тритона? Раз. Мне похуй. Мне похуй. Ты просто геноцид тритонов устроишь. Ради заклинания. Да не, почему, почему геноцид? Я буду всего забирать один глаз, второй-то у них. Я уже вижу, как Лёшка отводит за угол тритона и выдавливает ему глаза. Вилкой в глаз, как бы, или... Или посейдон пидорас. Только не говоришь, что ты в некромант идешь? Нет, нет. Но он не скажет тебе этого. Не скажу, да. Корион обреченно бьет себя рукой по лицу, закрывая глаза. И вот этот вот звук фейспалма привлекает внимание Рома. По ощупи она находит мягкую тушку Квагота и пытается сделать ему искусственное дыхание. Илья, я лучше помню. Ты, подожди, ну хорошо, хорошо, ладно. Ты делаешь это на него. Чтобы привести его в чувство. Сестра, разряд. Я нисколько не принижаю твои медицинские способности, но, по-моему, отравление таким образом не лечится. Почему он не очнулся? В темноте не нашел. Не нашел, Сорендио отсасывает воздух из пустоты на меня, пытаясь найти хоть какой-нибудь похожий на мех, но... Вот ты нашел мех, но не нашел пасть, откуда ты там высасывал? Ничего, почему пасть-то? Почему пасть высасывает? Мне пасть, я пытался вообще, в принципе, что-то меховатое найти. Не надеюсь, чего меховатого, типа, Сорендио бросает попытки. У кого-нибудь есть? Нам нужно набрать воду. Ну, я думаю, что тканевая рубаха не самая лучшая. Не самый лучший брудюк. А лучшее, что я могу предложить, снять сапог со своей ноги. Но я думаю, то, что в нынешних условиях у нас не будет привередливых. Элдред это проигнорирует. У тебя в сапогах дырка. Дына где-то вверх запаян. А что кто? А, я использую пухинку на своем сапоге, чтобы залатать дырку. Хорош! Ну, если она из наших, то пойдем и посмотрим. Если она не из наших, ну... А верх, ну... Уфи Востров. А наш это кто? Жантарин. А. А Гархин, в принципе, ничего не имеет против. Что может пойти не так? Милая женщина приходит и предлагает поужинать. Это обычное дело для Гархина. А, мышка закатывает глаза, когда говорят Джентарим. Ох уж эти секретные организации, о которых твердят на каждом шагу. А на базаре вы еще увидели вот такое объявление. Понял?
А мы умеем читать же все, да? Ну, нет, мышка это читает вслух. Отлично. Мышка. Она сказала, что умеет читать, и поэтому пытается оправдать ожидания. Но мышка, я все еще стою рядом и играю на скрипке. Ну вот. В общем... Такие выступления, да? Мышка замечает, что 5 золотых ты гребешь. Да, у меня выступление... Пока ты выступал, к тебе рядом с ногами положили 3 серебряных монеты. Отличненько. Пока все это зачитывал. Пока мышка зачитывала под скрипку. А можно, подмотив зачитывание мышки под скрипку, начать исполнять танец живота? Я интенсивно начинаю играть. Мы поднимем целый месяц проводника. Да бог с ним, с этими душами, бог с ним, с этими воскрешающими. Танцуем, играем. Видимо, мышка стоит трэпером. Я считаю, мы взорвали рынок. Да, задержи. Особо внимательный заметит доску объявлений рядом с храмом. И надеюсь, очень надеюсь, это будет не новый трек. Не новый трек? Увы, но самое внимательное у нас. Ну ты знаешь, кто Басти. Достать. Мы уже, тут схема уже, в принципе, натоптана, как говорится. Я это место забил, я за него заплатил, я на нем буду деньги получать, так что... Вон. А кому он заплатил? Мушка интересуется. Кому надо, тому и заплатил. Хочешь заплатить? Заплати, я скажу тебе, кому заплатить. Мне кажется, это немного неправильно. Не, да. Ну, а можно поймать его в логическую ловушку и заставить сказать, кому он заплатил? Потому что мы-то заплатили, ну вот, заплатили либо тому же, кому он заплатил, а если нет, тогда то откуда он знает, что мы заплатили не тому? Я в логическую ловушку попал Рикардо в этом моменте. Я тоже. Нам-то сделал уже давно, и... Похлопывает Рикардо по плечу, говорит, вы довольно загадочны. Прости за нескромный вопрос, Шаваш, но кто ты? Ты похож на тифлинга, но я никогда не видел зеленых тифлингов. Не то чтобы я видел много тифлингов, но мне интересно. Мне кажется, у тифлинга должны быть ноги. Если да. Только... Мне кажется, у него есть ноги. Йоань. У него нет ног? Подожди, я смотрю в сторону ног Шабаша. У него ноги нет. Там-там-там. Когда интеллект 8, да? И мудрость тоже. Да. Я слышал, что змеи любят яйца. Сырые. Может быть, купить себе сырых яиц? Я думаю, что у динозавров большие яйца. Точно. Отлично. Знаю, что Колизей находится на одном из холмов, и нужно подняться через множество лестниц. Кто-то, возможно, устанет, но вы молодые, здоровые, выносливые. Спокойно. О, нет, я знаю, у кого будут проблемы с лестницами. Шабаш. У него же нет ног. Мысли нет ног. Змеи и лестницы. Ладно, я считаю, это смешно. Ничего не могу поделать. Извини, Шабаш. И перед входом в арену вы, конечно же, видите еще одно объявление, но... Один достает скрипку, другой оголяет живот, да? Что происходит? Написано, что вы можете обращаться к администратору по имени Правда. Правда? Правда. Правда. Пойдемте. А где Правда находится? Давайте, может, его найдем. Тяжело искать правду в этом городе. По-моему, смешно звучит. Нет.
Увидимся послезавтра. Давайте. Уходим отдыхать. Пока, правда. У тебя красивое имя. Да. Правда, красивое имя. Я надеюсь, он, когда поднимался на эту должность, не порезал чьи-нибудь глаза. Я говорю, до новых встреч. Аривуар. У нас людей очень странная карьерная деятельность. Хотя обычно ведь режет сердце. Правда, режет сердце. Правда, колет глаза. Как долго до меня доходит. Короче, я знаю, нам надо просто срубить побольше бабла и нанять киллера. Давайте высосим все золото из этого города. Да, сейчас на ставочках денежки поднимете, потом всех вот этих вот проводников наймете, вот и пусть они идут. Выполняйте, ребята. Так можно было? Ох, какой харизматичный мужик. Поверен, харизма на плюс 4. Зализанные волосы сверху, прям вообще смак. По мочам. Она настолько жестокий, что волосы под кожей. Я не очень понял, это турнир для людей или турнир для животных? Ну, я думаю, шамаш под любую категорию подойдет отлично. Кажется, это немного расист. Бафаем перед выходом на арену. Не палимся. Я даже спрашиваю. Там минутные бафы чаще всего, поэтому посмотрим. Так-то мне не жалко. Я быстро бегаю. Бардовское вдохновение, его практически невозможно обнаружить. Вот просто сидит чувак с трибуны, кричит. Он просто... А ты хитер. Жестоко. Я просто представляю трибуна бардов против вас. Да, жестоко. Считаются животными. Да. Поэтому я... Одна из фишек, которую я бы хотел посмотреть, это превращение друида в динозавра. Ну, эта фишка, конечно, хорошая, но, наверное, не у этого друида. Но... Не в Луну пойдешь? Нет. У него вьетнамские флешбеки. О, я узнал новый класс нашей партии. Друид Клуруга Вьетнама? Скорее всего, так и будет.